В Тверской области стартовала ежегодная всероссийская акция «Георгиевская лента», приуроченная к годовщине Великой Победы. На улицы городов Верхневолжья выйдут волонтеры и будут раздавать всем прохожим этот символ мужества и боевой доблести нашего народа. В честь начала акции в областной столице прошло торжественное мероприятие, в котором приняли участие представители общественных, молодежных и волонтерских объединений, органов власти и активные жители региона. Подробности от нашего корреспондента в следующем сюжете. К старту 18-й акции «Георгиевская лента», приуроченной к годовщине Великой Победы, в Тверской области все готово. В коробках бережно сложены символы мужества и доблести, в каждой по 2000 штук. Волонтеры вот-вот отправятся на улицы городов и будут раздавать прохожим эти георгиевские ленты, как напоминание о мужестве, о доблести и чести русских воинов, отстоявших в боях Великой Отечественной независимость своей страны. С сегодняшнего дня по 9 мая в территории Тверской области будет роздано более 50 тысяч ленточек. Ленточки будут раздавать как и волонтеры Победы, как и юноармейцы. Для нас на самом деле это очень значимое мероприятие, так как георгиевская ленточка для всех юноармейцев подрастающего поколения является знаком уважения ветеранам и погибшим во время Великой Отечественной войны. Торжественный старт акции «Георгиевская лента» прошел в Твери на воинском мемориале «Смоленское братское захоронение». Среди участников в большинстве своем представители молодежных объединений, юноармейцы, движений первых, волонтеры Победы. Более 1000 ребят будут вручать прохожим ленты и рассказывать об истории и значении этого символа. Важно помнить значимые даты нашей страны и, в принципе, народа, потому что многие отдали за это жизнь. И нужно помнить, чтобы подрастающее поколение всегда понимало и знало о том, что было. Раздать ленту значит напомнить людям о тех временах, что их нельзя забывать. Кроме того, участие в митинге приняли представители органов власти, правоохранители, участники патриотических клубов и простые горожане, для чьих семей дороги и День Победы, и георгиевская лента. У меня мама ветеран войны была. Ушла в 16 лет добровольцем на фронт. Для меня это праздник. О начале проведения Верхневолжья этой акции объявил и губернатор Игорь Рудени, открывая заседание правительства Тверской области. К слову, стартует она по всей стране. Миллионы людей прикрепляют георгиевскую ленту на одежду публично, демонстрируя свое уважение к воинам, сражавшимся за Отечество. У нас на медалях, на орденах в качестве вот как раз символов используется георгиевская лента. А мы как общество считаем, что это символ непобедимости российского народа, нашей великой страны и уверенность в завтрашнем дне, которую нам обеспечивают наши традиции, наши вооруженные силы, ну и, конечно, наша подрастающая молодежь, которая тоже должна быть хранителями и серьезными защитниками нашего Отечества. Глава региона также отметил, что в наше время георгиевская лента олицетворяет поддержку наших бойцов, которые достойно и успешно решают поставленные задачи по уничтожению нацизма в рамках специальной военной операции. Наша страна – это страна героев, справедливости, открытых и честных отношений в обществе. Неспроста же главный слоган георгиевской ленточки «Я помню, я горжусь».